Всем привет, с вами всегда я, Кэтник, и сегодня я снял YouTube Shorts, где я попросил задать вам вопросы, вы задали, поэтому я снял видео. Под этим видео вы также можете задать вопросы, и они будут в следующем видео, во второй части, если я сниму, конечно же. Ну, я сниму, если будет большой актив. Так, снимать видео на втором канале, я не знаю, это вопрос мне или что. Тебе снимать ли видео на втором канале, я не понял, ну, поэтому и ответ такой будет, я не знаю. Так, в какой области я живу? Ну, я живу в Люботине. Люботин – это маленький город возле Харькова. Поэтому вот, улицу и дом говорить не буду. Вот так я живу в Люботине. Так, тут сразу же три вопроса. Окей. Первый вопрос. Сколько мне лет? Мне 11 лет. Живу я в... точнее, в каком я классе? Я в 6-м В классе. Так, ну, рассказать про своих кошек. Котов у меня именно 12, это именно всех. А кошек, я как понял, это пола. Давайте я для этого надо отдельное видео создать, потому что их очень много. Давайте я просто назову их имена и сколько у меня их есть. Получается, первое это Манюня, Мусёна, Нюша. Это три получается. У меня есть еще, только надо повспоминать их. Нюша это пепельная. Получается, Мусёна – это черно-белая, ну, сиамская. И так. Манюня, получается, черная. У меня есть еще, только их надо вспоминать. Это что, многих уже отдали, и многих уже нет. Я не помню, какие у нас есть, но, по-моему... А, львица еще есть, это рыжая. По-моему, все, больше нет. 4 кота, получается. Ну все, это конец видео. Всем пока-пока.